Добрый день, меня зовут Мачульская Олеся, я ответственный секретарь Белорусской Федерации конного спорта. По приглашению представителя Максима Стейбл я приехала на второй всероссийский форум по развитию конного спорта в Российской Федерации. Я благодарна участникам и организаторам данного мероприятия за замечательную возможность пообщаться с представителями российской конной индустрии в Российской Федерации. Это было очень интересно, занимательно и полезно. Несмотря на то, что мы живем в разных государствах, я еще раз убедилась в том, что вопросы конного спорта, проблемы и достижения очень похожи в наших странах. И нам есть чем поделиться, мы не имели возможность обменяться опытом, это было полезно, занимательно и очень продуктивно.